Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Олеся Гайдук, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую сказочную историю перед сном, которая называется «Мышка». По чистому снегу бежит мышка. За мышкой дорожка, где в снегу лапки ступали. Мышка ничего не думает, потому что в голове у нее мозгу меньше горошины. Увидела мышка на снегу сосновую шишку. Ухватила зубом, скребет и все черным глазиком поглядывает, нет ли хорька. А злой хорь по мышиным следам ползет, красным хвостом снег метет. Рот разинул, вот-вот на мышку нашу кинется. Вдруг мышка царапнула нос, а шишку, да из перепугу, нырь в снег, только хвостом вильнула, и нету ее. Хорь даже зубами скрипнул, вот досада, и побрел хорь по белому снегу. Злющий, голодный, лучше не попадайся. А мышка так ничего и не подумала об этом случае, потому что в голове у нашей мышки мозгу меньше горошины. Так-то оно так. Ну что, мои маленькие друзья, сейчас время позднее и время смотреть мультфильм. Садитесь поудобнее и смотрите мультфильм повнимательней. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи, мальчики и девочки. Пока!